Чувашии продолжается акция «Спасибо вам, родные доктора». Желающих присоединиться становится все больше. Специально для медработников, которые все праздники находились на передовой борьбы с коронавирусом, Чувашский академический драматический театр 15 января покажет спектакль. Открытки от детишек, игрушки, сладкие подарки, участие в флешмобе. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Мы очень тронуты этим вниманием. Нашим сотрудникам очень приятно такие подарки. Это как-то вдохновляет нас, стимулирует больше, еще и лучше работать. Работа тяжелая, но, наверное, одно из таких, скажем, вдохновляющих моментов продолжить свою работу – это выписка тяжелых пациентов, самых тяжелых, которых мы выписываем домой, которые со слезами на глазах уходят. Это мотивирует нас на дальнейшую работу. Спектакль в деревне, на который приглашают медицинских работников, состоится 15 января в 18:00 вечера. Вход свободный.